Ребята, всем привет! С вами Роман, и вы смотрите канал Видеолепка. И сегодня я буду лепить мистера Мяса и его свинью из игры Мистер Мит. Друзья, если вам нравится наш канал и вы не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Да, и если пропустили предыдущее видео со слендипузиками, то можете посмотреть. Сначала я буду лепить свинью мистера Мита. Для этого смешаю белый пластилин с розовым. Получился вот такой светло-розовый цвет, добавлю к нему еще оранжевого. Такой цвет, по-моему, подойдет. Внутреннюю часть фигурки свиньи сделаю из красного пластилина, так как у меня его достаточно много осталось. Для того, чтобы фигурки сохраняли свою форму и не таяли на жаре, делаю их на каркасе из алюминиевой проволоки. Это специальная алюминиевая проволока для поделок, ее я заказываю на сайте aliexpress.com, ссылочка будет в описании. Проволока диаметром 1,5 мм. Я сделал две вот таких детали, теперь соединяю их между собой. И получился вот такой каркас для нашей свиньи. Далее вставим каркас во внутреннюю часть фигурки. Получилась вот такая вот штуковина, на свинью пока не похожа, теперь нужно облепить все это дело розовым пластилином. Туловище и голову я облепил, теперь сделаем ноги. Скатываю колбаску и разрезаю ее на 4 одинаковых части. Получившиеся элементы нанизываю на каркас и затем разглаживаю стыки. Если ноги получились слишком длинными, нужно немного их подрезать. Из розового пластилина я скатал заранее несколько шариков, из них я буду лепить мордочку поросенка. Хотя мордочкой это назвать довольно-таки сложно, потому что свинья в этой игре достаточно страшная. Сделаю вот такое вот углубление под рот. Следующие два шарика прилеплю на щеки. Самый большой шарик прилеплю на лоб. Из последних двух шариков слеплю нашей свинье уши. Добавлю еще немного розового пластилина на спину. Перед тем, как лепить глаза, сделаю под них небольшие углубления. И не забудем сделать отверстие на носу. Для глаз мне понадобится пластилин белого и черного цветов. Внутренняя часть рта будет из черного пластилина и зубы из белого. Свинья в игре достаточно грязная, поэтому подкрашу нашу фигурку при помощи серого пластилина. Подставку для фигурки я слепил из пластилина темно-зеленого цвета. Как всегда, проволоку снизу загибаю и прилеплю картон, чтобы подставка не прилипала к столу. Далее прилепим хвостик и сделаем ошейник из оранжевого пластилина. На боку свиньи нарисуем красным пластилином цифру 13. В общем, ребята, вот такая свинья мистера Мита у меня получилась. Далее я буду лепить самого мистера Мита.
лепку мистера Мида, я начну с его рубашки. Она у него светло-зеленого цвета. Для того, чтобы получить нужный цвет, я смешаю белый, желтый и зеленый. Сразу вырежу отверстие, где будет воротник рубашки. Далее подготовлю все основные элементы фигурки мистера Мида. Теперь соберем их на каркасе из алюминиевой проволоки. Начинаю со штанов. Они у мистера Мида темно-синего цвета. Далее, для того, чтобы было удобнее держать фигурку, прилеплю туловище. Теперь будет удобно разглаживать все места соединения. Из темно-коричневого пластилина слеплю мистеру Миду ботинки, а подошва ботинок будет черного цвета. На штанах сделаю складки. Далее буду лепить руки. Сначала при помощи шила делаю отверстие под проволоку, на которую буду собирать детальки рук. Сначала нанизываю рукава, лишнюю часть подрезаю. Пластилин телесного цвета я получил при смешивании белого с небольшим количеством коричневого цвета. На руках у мистера Мида коричневые перчатки. В руке мистер Мясник будет держать кость с мясом. Кости как раз и закреплю на выступающую часть проволоки из руки. Для того, чтобы получилось мясо, смешаем красный, розовый и немного коричневого пластилина. Теперь можно слепить шею и воротник рубашки. Для лепки фартука мистера Мида мне понадобится два цвета пластилина – белый и коричневый.
на верхней части фартука нарисована голова свиньи и есть надпись «Мистер Мит». Далее будем лепить голову мистера Мита. Его я хочу слепить с открытым ртом и высунутым языком, как в игре. Установим голову на место и прилепим уши. Получилась у меня вот такая фигурка мистера Мита. Сначала я хотел установить фигурку на подставку, но потом подумал, что лучше будет, если посадить мистера Мита на свинью. По-моему, ребята, очень прикольно получилось. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Спасибо вам, кто досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что вы не перематывали. Если поделитесь со своими друзьями и поставите лайк, то будет вообще очень круто. Далее, как обычно, будут приветики от Вилли и фотки ваших поделок из пластилина. Привет от меня сегодня получают Lego World, Dench Play и Аринка Лайф. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи!